Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс.Каналах. За окном пятница, 12 августа, 8 вечера на часах, и сегодня мы с вами будем формировать тыкву для получения отличного урожая. У меня в этом сезоне посажены тыквы сорта Марсельеза. Тыква пока очень радует, прекрасно растет, отлично завязывает плоды, очень нетребовательна к поливам. Тыквы занимают просто огромную площадь. 4 тыквы этого сорта занимают 0,5 сотки. Так что если будете сажать, учитывайте этот факт. Формировка тыкв не составит особого труда даже для новичка. Надо просто обрезать кончик плети. Это остановит рост плети, и все силы тыква пустит на налив плодов. Чем меньше вы оставите тыкв на одной плети растения, тем лучше они будут. Я оставляю по одной. Общий урожай на данный момент у меня 10 тыкв с 4 корней. Урожай, на мой взгляд, отменный. Лёжкость тыкв данного сорта составляет 100 дней. Повторюсь, на сегодняшний момент данный сорт тыкв меня очень радует. Обязательно буду держать вас в курсе относительно данной культуры. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!